Приветствую вас, дорогая команда. Так как мы живем с вами далеко друг от друга, я решила пригласить вас в гости. Я сейчас нахожусь в подъезде своем. Вот это наша дверь. Вот здесь мы живем. Вот это коридор. Направо будет комната. Я вам ее покажу. Прямо это зал. И налево кухня. Давайте начнем с кухни. Вот это наша кухня красивая. Вот здесь есть у меня чашечки такие, кружечки. Это нам подарили Егармины на... Саш, на что они нам подарили? На закрытие директора, да. Телевизор у нас здесь висит на стене, микроволновка. А на микроволновке стоит наш любимый wellness. Что мы пьем? Вот здесь чаек актив, чаек релакс, wellness пэк женский, омега и астаксантин. Вот там еще кружечка, термокружка стоит зеленая, которая в подарок мне пришла. Да, на подоконнике Александр подсказывает, есть орешница. Ну вот это коридор наш, зеркало. Пойдемте, к Александру позже зайдем, пойдемте в комнату. Туалет, ванная. И наша комната, наше рабочее место. Вот здесь, вот с этого места как раз я провожу вебинары. Что у меня здесь включено? Моя страничка в Одноклассниках. Мое любимое место. Вот сверху продукция Oriflame. Время сейчас 3 часа ночи. Мы в это время еще не спим. Идет вовсю работа. Кресло любимое, которое мне подарила компания. Так, здесь вот у нас есть портрет дочери с парнем, с ее Романом Криворотько. И фотографии Настины на комодике стоят. Это вот из школы ее фотографии с подружками. Тут она маленькая, игрушки. Так, ну пойдемте дальше. Возвращаемся в коридор. Пойдем к Александру зайдем. Так, а что у нас делает Александр? Работает, помаши ручкой. О, привет. Заходите, располагайтесь. Так, Александр. Чай, кофе. Не пойму, где находится. А, я зашел посмотреть. Осталось. Зашел посмотреть. Чуть больше 1000. Зашел посмотреть на сайт Oriflame, наверное, наши баллы. Место. Да, это его рабочее место, вот так любит он. Мне очень нравится моя работа. Вообще. Расположиться. Ножки вытянул. Тут вот у нас такие майки наклеены на стену. Это не обои, это отдельно покупали наклеечки. А, вот здесь у нас есть калаш недоделанный, поэтому он на стене пока не висит. Чай, кофе, что не предлагаешь? На стене не висит пока. Ну, такой вот недоделан. Повешаем на стену. А на столике рядом с Александром стоит его wellness. Что он у нас пьет? Мужской пэк, астаксантин также и омегу. Долго будешь работать, Саш? Спать пойдем сегодня? Ну, возможно. 3 часа. Возможно, пойдем. Возможно, пойдем часа через 2. Так, ну и... скажи пока-пока. Пока, приходите еще. Ну вот, в общем-то, такая у нас скромненькая квартирка. Я надеюсь, вам понравилась экскурсия по нашей квартире. Можете приезжать в гости, мы вас с удовольствием будем ждать. Пока-пока!